Наидобрейшего времени суток, дорогие друзья! С вами на микрофоне Дог Браун, на ваших экранах Black Desert, и это вводный в игру гайд. Хочу поделиться с вами информацией о том, на что стоит обратить внимание, как стоит начать проходить игру, где можно было бы побыстрее разжиться деньгами в игре и так далее. Собственно, надеюсь, что к запуску открытого бета-теста данная информация будет вам полезной и сделает вашу игру более комфортной. Итак, начнем с самого начала. Абсолютно все игроки начинают свой путь вот из этой деревушки, город Оливия. Тут вы начинаете игру, и тут же перед вами появляется серьезный вопрос. Как дальше быть? Либо идти и заниматься исключительно кащем, то есть гринд, фарм на мобах, либо же все-таки проходить квесты. Сразу скажу, что квестов здесь огромное множество, они самые разные, разнообразные по типу заданий, по сложности и так далее. Мой большой совет абсолютно всем новичкам, незнакомым с механикой игры. Ребята, не поленитесь, начните проходить квесты. Возможно, вы дольше будете прокачиваться, немного дольше, но зато вы полностью разберетесь с механикой игры. Почему? Потому что все квесты, где вам что-либо нужно сделать, имеют подробное описание. Игра сама обучает, как именно в нее нужно играть. То есть, к примеру, сейчас вы видите вот описание квеста «Сбор пшеницы». Подробно показано, куда нажимать, что нажимать и в какой последовательности. Вы изучаете тем самым механику игры, проходя такие квесты. Плюс ко всему прочему, вы еще и получаете неплохие плюшки, да, то есть, к примеру, вот очки влияния, там, становится, увеличивается на 90, там, восстанавливает зелье энергии, то есть, восстанавливает плюс 3 энергии. Что это вообще такое, что это за очки влияния, очки энергии, это все у вас находится, ребят, вот здесь, 3 дополнительные полоски. Очки навыков, энергия, очки влияния. Вот когда вы проходите квесты, вы постепенно заполняете вот эту вот полосочку, одну, вторую, третью. В каждом описании квеста показана награда, и там написано, что именно, какие очки вы получите. Это все очень важно. То есть, ну, понятное дело, что рост очков энергии очень важен. Благодаря ним вы можете собирать материалы, перерабатывать их, вы можете крафтить и много чего другого. Поэтому, чем больше очков энергии, тем, естественно, лучше. Вы их, конечно же, получаете, когда повышаете свой левел, но гораздо больше вы их получите, проходя разного рода квесты. С очками влияния та же история. Они очень важны в игре, вы, конечно же, их получаете, когда апаете уровень, но, опять-таки, чтобы получить их еще больше, вам нужно проходить квесты. И точно то же самое с очками навыков. Причем интересно, что каждый скилл в игре, каждое умение, оно требует разного количества очков навыка, да, то есть, вот, к примеру, отмечено, очков навыков нужно 5, здесь вот нужно 4. То есть, чем больше очков навыков, тем больше разных умений вы сможете изучить, и тем круче станет ваш персонаж. Так что обратите на это внимание, это немаловажно. По поводу заработка также хотелось бы сказать. В игре масса вариантов, как разжиться деньжатами. И, пожалуй, один из таких самых простых способов – это потратить немножко времени, заняться фармом и выбивать вот такие вот предметы. Они есть самые разные, их очень много, но обратите внимание на описание предмета. Сторожевой пост Хиделя. Обмен 80 штук, 20 тысяч серебра. По-моему, неплохо. Ну или, к примеру, вот еще тоже 20 штук меняется на очки опыта плюс 5%. То есть таких предметов, ребят, очень много. Вы можете менять предметы либо на вот как прирост
получаем опыту, так и на, собственно, игровое серебро. К примеру, первая точка, где я советовал бы вам задержаться и вот как раз-таки набить вот таких грубых кирок и заработать какие-то деньги, это вот здесь, шахта Хиделя. Именно здесь бьются вот эти вот кирки, и здесь же рядом они сдаются. Но как быть, если вы выбили какой-то предмет, на нем написано, что их можно обменять, но вы не знаете где? Очень просто. Правой клавишей мышки щелкаем по предмету, появляется меню «Счетчик» и «Проложить путь». Нажимаем «Проложить путь». Нужно встать, кстати говоря. Проложить путь. Путь проложен. Можно включить автобег, можно самостоятельно просто посмотреть даже на карте, куда именно, и видно даже к какому конкретно НПСу нужно подойти, чтобы обменять необходимое количество. Аналогичные предметы бьются здесь, также бьются и здесь. В общем, везде в Black Desert можно найти такого рода предметы, которые потом обмениваются на серебро. Ну и плюс, во время фарма вы будете выбивать также разные дорогостоящие предметы. Это и элементы экипировки, и также разного рода камни, заточки, камни инкрустаций. Все это понадобится и пригодится либо вам, либо вы сможете за хорошие деньги продать это на аукционе. Вот таким вот образом все это выглядит. Касательно автобега, как это работает? Вы можете отправить персонажа в любую точку карты, просто щелкнув правой клавишей мышки туда, куда вы хотите, чтобы персонаж дошел. Закрыть карту. Вот, видно, что путь проложен. Нажимаете клавишу Т, и персонаж побежал. Естественно, важно, чтобы была безопасная дорога, чтобы вашего персонажа не убили по дороге. Но, в принципе, если дорога безопасна, вы можете смело идти заваривать чай, и пока вы придете обратно, персонаж уже добежит туда, куда вам нужно. Ну и, пожалуй, еще один момент, последний, то, что я хотел бы вам рассказать, это касательно питомцев, как с ними управляться и что с ними можно делать. Когда вы подходите к своему питомцу, будь то лошадь или осел, у вас появляется вот такое вот меню. То есть использовать, привязать, поклажа, информация, использовать предмет или там, к примеру, погладить. Да? То есть мы подходим, нажимаем погладить и тем самым восстанавливаем немного энергии нашей лошади. Также, чтобы, к примеру, покормить, для этого есть клавиша использовать предмет F4. То есть я открываю инвентарь тем самым и выбираю, какой предмет я хочу использовать на питомце. Кормятся лошади и ослы именно таким вот образом. То есть у меня даже подсвечен предмет, который я могу использовать. Это морковь. Ну и, пожалуй, еще F2 это поклажа. То есть я могу переложить что-либо в свою лошадь или в своего осла. Тем самым появляется вот такая вот еще поклажа у нее на спине. И я освобождаю тем самым себе немножко инвентарь. Тоже достаточно удобная и такая приятная функция. Ну и еще напоследок для многих стоит вопрос, а как персонажа посадить или облокотить его на стену, как это делают другие игроки. Все просто. Вы подходите, к примеру, вот к лавочке и начинаете плавно сдавать назад. А дальше персонаж садится сам. Точно так же можно и облокотить его на стену. Если вы же стоите на краю крыши, к примеру, и хотите посадить персонажа, то подойдите четко к краешку, а потом нажмите клавишу Q. И персонаж сядет и свесит ноги с крыши. Вот таким вот образом все это работает. Подытожим. Всем новичкам я рекомендую обязательно познакомиться с игрой, проходя квесты и тем самым увеличивая количество очков навыка, энергии и влияния. Также обменивать все предметы, которые можно обменивать на деньги, обязательно их обменивать, зарабатывайте тем самым. Это будет гораздо быстрее, да и это достаточно выгодно. Все равно вы стоите на какой-то точке, на каком-то споте, качаетесь, бьете эти предметы, так почему бы не выбивать их нужное вам количество, чтобы потом обменивать на серебро.
Это круто, это удобно. Пожалуй, на этом все. Если это видео было вам интересно и полезно, нажмите, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и не забудьте посмотреть другие ролики о том, как получить, собственно, своего первого ездового питомца в Black Desert, как купить и обустроить жилой дом, обзоры классов и многое другое. Все это есть на канале. Вам приятного просмотра и до новых встреч. Пока-пока.